Экипажи бронетранспортеров стреляют по мишеням, преодолевают пересеченную местность, а также форсируют водные преграды. В учебно-тренировочном центре Чкаловске проходят сборы офицеров Национальной гвардии. В учениях принимают участие военнослужащие войсковых частей, которые входят в региональное командование Орталык. Занятия по закреплению практических навыков и знаний личного состава по преодолению водных преград на БТР-80 проходят в условиях, максимально приближенных к боевым. Форсирование водных преград на бронетехнике – один из самых сложных маневров, а при условии активной обороны противника сложность увеличивается в разы. Именно поэтому каждый командир войскового подразделения должен уметь грамотно организовать форсирование. Для участия в учебно-методическом сборе привлечены командиры воинских частей, на вооружении которых находится бронетанковая техника, для того, чтобы дать им навыки для принятия решения для преодоления водной преграды, дать практические навыки управления подразделениями при преодолении водной преграды и, значит, самим усовершенствовать свои навыки в управлении бронетанковой техникой на плаву. Командиры не только отдавали приказы экипажам бронетранспортеров, но и сами принимали активное участие в подготовке машин, а некоторые лично управляли БТРом на воде. Среди них и командующий региональным командованием Орталык генерал-майор Бутаканов. Он на личном примере показал, как нужно управлять бронетранспортером на воде. Генерал-майор заявил, что эти сборы проходят в рамках модернизации вооруженных сил. В этом году, вы знаете, вооруженные силы Республики Казахстан, в том числе Национальная гвардия Республики Казахстан, отметила свой юбилей 25-летия. Верховный главнокомандующий вооруженными силами, президент нашей республики Нурсултан Абишевич Назарбаев обращает внимание на профессиональную армию, подготовку кадров, офицеров, военнослужащих по контракту. Поэтому все занятия по боевой подготовке мы проводим реально приближенным к выполнению боевых задач. Что вы сегодня наблюдаете? Стоит отметить, что каждый экипаж показал высокий уровень профессионализма. Военнослужащие с честью справились с поставленной задачей. Основная наша цель – это совершенствовать все наши навыки и умения в военном мастерстве. Президент Республики Казахстан, лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев ставит высокую оценку готовности нашим войскам. Всеми видами вооружения, техники наши ряды Национальной гвардии обеспечены. Мы приложим все усилия, чтобы овладеть этими качествами. Такие учебно-методические сборы для экипажей БТРов в региональном командовании Орталык проводят каждый год. И неизменным местом проведения выступает полигон Чкаловский. А вообще различные сборы проводятся по несколько раз в год. На них военнослужащие Национальной гвардии различных специальностей оттачивают и повышают мастерство военного искусства. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.